пожить нормально не успела. Мы никуда не ездили, мы ничего, мы работали, чтобы отдать долги. Ты просто сама не готова сейчас к детям, правильно я понимаю? Ну, конечно, я не могу, я еще... А, я не поняла, я думала, ты хочешь, но поскольку Илюха не отказался от привычки... Я не почувствовала вообще. Но несколько дней назад на лобном месте Настя неожиданно заявила, что готова к детям. На этот раз воспротивился Илья. Я просто сейчас пока не готов к детям. Ты перегорел, ты хочешь сказать? Немножко есть. Ты врал! Настю возмутила неопределенность мужа, и она в грубой форме требовала от него объяснений. Но не получив желаемого